То-то я клумбы свои не снимала давно. Ой, как я не умею снимать, это, конечно, ужас. Но клумба преображается с каждым годом, появляется много новшеств. В частности, не могу налюбоваться на пеларгонии. Ванкувер – это отдельная тема, безумный. А вот эти две красавицы на заднем фоне из семян. Одна прям ярко-красная, цветет уже давно, уже можно соцветия вот эти удалять. Другая вступила в свою пору. Но безумно они, конечно, красивые. Кусочка практически чистого и не найти. Как-то вот так вот. Гайлардия выращена в этом году из семян. В принципе, куст очень объемный, прям очень. Ну, вот такие шарики. Красотка. О, сор прорывала и не все заметила. Колиусы изрядно уже потрепанные жизнью, потому что я их уже изрядно черенкую. Когда отрезаю ветку, получается еще и полкуста придачу. Так, что еще выращено из семян? Майнфилд, вот такая ромашка. Честно сказать, заявлено производителем, объема нет. Но посмотрим, что будет с ней на следующий год. А то, в принципе, найду, если что, посадить другое. Монарда отцветает. Пошла вторая волна роз. Вот это моя любимка. Высокая бывает, когда не подмерзает, прям выше меня ростом. Этих товарищей представлений не нуждаются. Это правда из семян, это однолетка. И их у меня целая клумба. Как-то вот безобразненько все, конечно, выглядит. Нету порядочности какой-то, нет уровности. Все как приходится. Копать клумбу я не успеваю, но мечтаю когда-нибудь ее переделать кардинально. Вот она чуть-чуть выдала, но она в этом году очень сильно вымерзала. Вместе вот с этой вот беленькой красоткой. Ой, не сразу весь иссор видишь. Ну, здесь более скудное цветение, потому что тут лилии или лилейники в основном. Все, конечно, уже отцвело. Там пытается последнюю доцвести на заднем фоне. Его, в принципе, и не видно. Но что хотелось бы сказать. Гипоэстеса. Когда-то я хотела с ними поиграться. Поняла одну вещь. Их лучше садить вот в комби с чем-то, чтобы их чуть-чуть притеняло. То, что растет на ярком-ярком солнце, очень не так выглядит, как хотелось бы. А так, в принципе, ничего. Единственное, что еще хотелось бы сказать, что, скорее всего, их надо было бы делать прищипки. Я хоть и делала, но не кардинально. Вот такой вот раскидистый красавчик. Но розовый он просто бесподобен. Красный смотрится чуть-чуть по-другому. Сейчас к нему привернусь. Ну, вот так вот. Вот этот уголок я просто бесподобен. Вот колиусы вот эти вот просто огромные. Они очень большие. Наверное, уже вымахал он сантиметров 60. Тоже активно черенкую. Вот сейчас им жарковато. Листья повесили, полила, но еще не успели отойти. Вот он в перетенении красный. Вот прям красный он. На солнце выгорают не очень-то. Чуть-чуть их в тень с кем-то, с чем-то, в общем, комбинировать. Ну, как-то вот так вот. Хватило у меня перекопать, наверное, 3 квадратных метра клумбы, но тут вот уже просто в новинке лилейников появились. В планах продолжать это все вот так вот, вот туда и вот туда, вглубь это все, сор, это все целина, это копается, правда, это копается ужасно, это тяжело. Сразу не получается. Вон, все, что хотелось бы. Ну и пробегимся по этой стороне. Был шторм, и просто вот этих вот красоток разметала в разные стороны, подпереть их уже к
хорошо и качественно не получилось, потому что они просто ломаются. Кое-как подобралась дорожки, но вот так вот.